Когда я был ребенком, отец всегда рассказывал о сказочных землях. Мне всегда казалось, что там, за горизонтом, меня ожидают приключения и другая жизнь. Я так грезил этим, бегая по дворцу, что судьба однажды постучалась к нам в двери. Приключения и испытания идут плотно взявшись за руки. Я понял это слишком поздно, потратив сотни лет в нужде и вечном изгнании. И теперь единственное, что я ищу за горизонтом, это месть.